Самодеятельный семейный театр «Заводной мандарин» – давний друг Центральной Анапской библиотеки. Актеры уже отыграли здесь 14 спектаклей. Труппа мобильного театра небольшая, всего 16 человек. Артисты называют себя бродячими, как в известной песне. Быть скоморохом – искусство непростое. Смешить людей труднее, чем вызвать у них другие эмоции. Театр тесно сотрудничает с ГИБДД, МЧС, органами правопорядка. Наш театр – это театр безопасности, обучающий детей правильному ведению себя в чрезвычайных ситуациях, вообще в жизни просто, как правильно себя вести. Ну, география наших выступлений очень обширная. Мы ездим и по маленьким хуторам, и по большим городам Кубани, где нас любят и ждут дети всей Кубани. Мы стараемся еще больше привлечь людей, читателей, чтобы наши дети приходили к нам в гости. Центральный зал библиотеки заполнен до отказа. 40-минутное представление цитрусового театра понравилось и добрым молодцам, и красным девицам. На спектакле этого коллектива я первый раз и просто очарована. И игрой актеров, и реакцией зрителей. Ребятишки реагировали настолько живо, настолько эмоционально. Вот редко можно наблюдать сейчас у наших детей такую яркую эмоцию. Вот это очень дорогого стоит. В незамысловатый сценарий авторам интерактивно-познавательной программы удалось заложить много полезной информации. Как чередуются времена года, какие опасности таит тонкий лед и так далее. Под занавес юные зрители пожелали, чтобы артисты чаще радовали их своими новыми постановками. Елена Мухортова, Анна Жукова, Анапа регион.